27 июня в Фоке на улице Конева стартовали межрегиональные соревнования общества «Динамо» по волейболу среди мужских команд Сибирского федерального округа. В борьбу за награды турнира вступили спортсмены Омской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского края и Республики Хакасия. На церемонии открытия участников соревнований приветствовали руководители Омского отделения общества «Динамо», министр спорта региона Дмитрий Крикоренц, известные спортсмены. Они отметили большую значимость турнира для Омской области и пожелали спортсменам успеха, позитивных эмоций и красивой игры. На будущий год у нас столетие одного из самых старейших обществ, это общество «Динамо». И, конечно, очень приятно, что мы уже начиная с этого года посвящаем этому юбилею вот наши соревнования. Я хотел бы пожелать всем спортсменам, участникам, организаторам хороших, успешных игр, красивых, без травм, хорошего судейства и чтобы, как говорят в спорте, победил сильнейший. Все команды продемонстрировали хороший прием, сыгранность, изобретательность в атаке. В стартовых матчах победы одержали волейболисты Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. Прежде всего, волейбол – это спорт. Спорт – это совокупность материальных и духовных ценностей. Нигде бы мы не были, сотрудники полиции, гражданские, то есть в любом случае есть время, на которое как-то мы стараемся уделить. Это спорт, понимаете? Это здоровье, это команда, это общение. Мы вместе собираемся и как бы доказываем, показываем наш дух, наш русский дух, понимаете? Не только Красноярск, Омск, но и Томск. В первую очередь это Россия, понимаете? Это наш дух непростой, да, в данное время, где мы готовы и работать, и тренироваться, и показывать здоровый образ жизни гражданам и нашему обществу. В решающих поединках турнира сыграют 4 команды. Победитель представит Сибирский федеральный округ в соревнованиях, посвященных столетию общества «Динамо», которые пройдут в 2023 году в Казани.